Машина только что перекрыла вид на служебную машину ФСИН России, так что никто не может снять или сфотографировать, как выводят Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из служебной машины. Выводят Михаила Ходорковского. Люди скандируют свободу. Свободу! Свободу! Я думаю, нам пора научиться отбивать машины с осужденными, а не ждать правосудия чекистского государства. Проблема вся в том, что мне неизвестно то иностранное посольство, которое согласится их взять на баланс. И я не уверена, что Михаил Ходорковский согласится на эмиграцию. Ему же это предлагали. Девушки, я думаю, что здесь уже больше 1000 человек. Давайте посчитаем. Давайте. Как-то ноги сами пошли. Не столько это защита двух людей, сколько против такой вопиющей, циничной несправедливости. Я и был на процессе, и рисовал там все это. Чем дальше, тем мне казалось, что сначала это просто несправедливо, потом это похоже уже на некий фарс, а потом это становится уже абсурдом, то есть частью литературы, да, и какого-то театрального действия. А потом уже это стало и не фарс, и не абсурд, а просто цинизм, наглость, когда тебе врут просто откровенно в глаза. Вот это уже даже не область искусства. Понимаете, это уже область чего-то совсем другого. Но против этого, мне кажется, нужно всем приходить. Свободу! 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 Мне кажется, что он очень много сделал до ареста. Вот. А дальше его главное достижение – это достоинство. Вот он ведет себя достойно. Вот. У него там, не знаю, он высказывает какие-то идеи, с которыми там, я, например, со многими очень не согласен, абсолютно, там, левый поворот и прочее, я совершенно не согласен с этим. Я надеюсь, что он рано или поздно выйдет на свободу, и там можно будет спорить по этому поводу. А пока его главный вклад в гражданское общество, это в развитие гражданского общества, в развитие свободы и человеческой какой-то жизни в России, это то достоинство, с которым он и Платон Лебедев переносят выпавшие на их долю испытания. Испытания. Вот это вызывает восхищение, и дай Бог ему сил. Свободу! 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 В России нет законного суда! 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 В России задерживают законного суда! Кажется, уже 11-го человека, участника стихийного митинга, с требованием освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Россия без Путина! 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 Задерживают женщину! Надо идти защитить ее! Вот женщина на костылях, она не держала в руках плакат. Женщина-инвалид с палкой идти не может, они ее тащат. Освободите дорогу! Дорогу освободите! Освободите дорогу! Вы очумели? Оставьте ее! Отпустите женщину! Отпустите женщину! Не хватайте же сотрудника милиции! Две пожилые женщины задержаны. А где Бирюков? Детям будете рассказывать своим? Или постыдитесь рассказывать что детям? Кем вы были? Не стыдно, нет? Стыдно говорить, что сюда, смотрите. Стыдно? Я за деньги... Должно быть стыдно. Снимите погоны. Я спросила просто, зачем они здесь? Они а вы зачем? Гражданин. Вам же деньги заплатили. Что такое совесть? Они мне сказали, зачем вы пришли, вам заплатили. Да, вот этот, вот, мордоворот этот. Представляете?